подпишись на этого молодого пожилого человека. Он помог нам записать контент для, ну, для нового выпуска по посту второму. Подписывайтесь. Стордин. Солнечный день, ослепительных снах. Группа крови, амбаре, мой морянковый доля. На куски разорвало. Коннектин. Почему не свет? За свет не заплати. Ну короче, это типичный российский город. Что за... Классный ракурс. Баня! Слезай, дебил! Лежать! Лежать! Я понял, тоже. Ух ты! Самбады вон! Они уже пошли, алло, я... Кто со мной? Мне все еще доставка идет! Что за фигня? Орда, за орду! Вот, я вырываюсь, черт, за дерьмо. Через верх. Я, кстати... Сейчас, короче, не буду рваться, менты. Внимание, видите? Я полагаю, более близко. А какое же было? Оно просто волнами, хренач. Цирульная имени Котовского. Ну, кстати, нужно сохранить... А, не-не. Или нужно сохранить. А ты можешь это пропустить? Ну, я... Не-а. Надо было выключить Влад интро. Или он... Интро — это только к самому началу. Ничего, дорогая, пей свое молоко. Либо подписать мою петицию. Времени мало у меня, понимаешь? За Юнити. Моя АМ-ка. Кто? Кто ж умоляет? Вы умоляете. А почему нельзя? Люди пугают. А, шахиды точно. Куда идти? Куда? А значит, кто на изображённом? Ой. Егор, блин. Чё? Какое? Эй! Чёрт побери! И захватывать эту землю во имя Аллаха. Разобрался. Ты меня подымешь? Да, просто стандарт. Уходи! Чё? Я живой! Куба! Зачем ты кинул?
ты не в костюме, одевай костюм. Лежать. Нет, не буду. Лежать. Ну, блин, все. Лежать. А, лежать. На инвентаре. Лежать. А зачем его одевать? Лежать. Одень. Лежать. Ну, жепа. Откуда ты лопату взял? А, походу я только один с лопатой, да? А где лопата? Какого лопата, алё? Какого лопата? Не знаю. У меня шайва лопата. Так бери лопату, бей нахрен. Да, бля, вся неудобная. Победи, ты колхоз. Бей его, сейчас у него лопату возьму. Лопатник ковали. Я ни хрена не вижу за карту. Так, подожди, так бери карту на спейс. На спейс. Откуда вот еще одну лопату взяли? Так мы тут убили одного. Какой красивый. Я зайду сюда. Егор, пистолет, алё, ты, блин, Егор. О, лопата появилась. Куда? Там что кинуть? Чёрт, я никого не трогал. Взял примусы, наслаждался правами, второй поправкой. Вы, твари, всё же смогли вывести. О, давайте поможем. Давайте, да, убьем их нахрен. Поможем. Голубая устрица. На Пауэлл. Голубая устрица. Или что? Где можно купить такой костюм? Так он такой же, наверное, где был. Ты что сделал? Ух, ё! А что такое? What the fuck? У меня собака-щелинка не работает. Все заработало. Что происходит? Ё-моё. Это что? Ой! Только ты аккуратнее их бей. Получай победу. Я его убил. Ну, поняли. Ты где-то эту биту взял? Типа, чтобы сюда достать, типа, добавлялся режим из первой... Счастье. Это должно быть. Это весело, слушай, вот бита вообще классная, мне нравится. А где вы ее взяли? Не знаю. И не долбитесь у меня пуль на всех. Кто я, мужик? Я же родная бита. И не долбитесь у меня пуль на всех. Полный дух, где еще лежит этот ёлка. Вернее, стоит. Бездна там, это там типа свет, там будет кровь смотри, сейчас здесь будет краски свет. А, хп берите, пацаны, берите хп. Там вот белка, походу. Что, боже, я тоже умерла. Тупо отдых на природе. Я елку. Выносим все маги в прямом смысле. Чамп, ты что ли? Или нет? Чувак говорит, нет. 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 Лежать, если не хотите подохнуть. Это я не думаю. На землю, собственные дети. Лежать, если не хотите подохнуть. Ты зажил, где я тут? Ты должен отсюда. Вроде здесь, да, это елочка? Да, вот она, нашел. Ты чё
не загавкали. Ема, хуторнями, слушай, как будто хуторнями играет. Вы вообще плавают. Ему не надо, да за что вы лучше? Рождественская елка. Мне не терпится нарядить ее. Она досталась мне очень. Летом, блин. Сейчас июль. Ну я надеюсь, что ты проголосовал сегодня, и твой выбор изменит будущее. Ты хочешь сказать? Типичный россиянин. Че, серьезно? Че они тут делают? Спокойного.